Этим утром тушили пожар в районе окружного тубдиспансера. Горел жилой частный дом. Все началось около 9 часов, и пламя стало очень быстро распространяться. Когда на место прибыли пожарные, огнем была охвачена часть крыши. В здании в этот момент все еще находились люди. Олег Катанзейский с подробностями. Сигнал о возгорании жилого дома на пульт дежурного МЧС поступил в 8:46. На место ЧС прибыли несколько пожарных расчетов. Это 5 единиц техники и 18 человек личного состава. В том числе это сотрудники полиции, скорая помощь, спасатели, газовая служба, а также представители электростанции. По нашим данным, в доме произошло короткое замыкание, из-за чего наблюдалось открытое пламя. Его было видно невооруженным глазом. Сейчас вот за моей спиной видно, что пожар уже потушен. Его потушили буквально за считанные минуты. В доме во время ЧС находилось 3 человека. Это пожилые люди. С ними сейчас все хорошо, их спасли. Но на данный момент сюда приезжают уже следственные органы, которые будут выяснять точные причины возгорания. По последним данным, в доме от огня пострадало несколько помещений, в том числе жилых. Больше всех выгорели чердак и крыша. Люди, которые находились в момент пожара внутри, до сих пор находятся в состоянии болевого шока. Напомню, причина возгорания, по предварительным данным, сейчас одна. Это короткое замыкание электропроводки. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».